Так, сегодня у нас день рождения, и мы опять записываем видео, если у нас хватит на это моральных сил, поэтому... Мы, как всегда, нашли на букинге отель, думали, что он конфетка, а оказалось что-то типа непонятного. Сейчас где-то здесь должен быть кофе, чай, я хз. Во, кажется, вижу. Надо это как-то забрать в номер, потому что без кофеечка мы с Маришкой. Бля, вот так вот выглядит, конечно, завтрак в отеле. И рис. И два. Por favor, пожалуйста. Что тут? Размешать. Надо что-то сказать. Сейчас день рождения. Давай речь. Говори, что не что? День рождения мне. 21. А вот в этом районе, ребятки, самая дорогая недвижимость в мире, как нам сказал турбит. Но я могу в это поверить с таким-то видом. Я не знаю, можно ли здесь снимать, но там нам уже приготовили стаканчик, посмотрите. Here, I'll turn this so you can see the bottle. It's a nice one. Don't eat the foil. Человек, Инстаграм на заднем фоне. Даже мне еще до нее далеко, а ни одной фотографии не узнала. Здесь так красиво, чтобы не мешать. В общем, да, не, я уже спорт развела. На природе пара алкоголя выходит быстро. Да. Не поддел. Не поддел. Это ко мне. А вот мы завтра поедем в лес, возьмем с собой по 4 бутылки вина каждая. И будет нам весело. Каждый раз, когда я вижу красивую природу, во мне просыпается блохер. Из камня идет музыка, потому что это радио. У меня бизнес-идея, короче. Меня Марина не поддерживает, а у меня бизнес-идея. Нас посадят, блин. А ты не воруй. Ладно. Оно так пахнет, господи. Я не могу разговаривать, у меня же рот не открывается. Короче, мы приехали сейчас пить винодельню. Это все выглядит более глухари, чем предыдущие две. И здесь сет стоит $40, и за 20, и за 40. Я уже пьяная, я уже не различаю ни вкусов, ни видов, ни цвет. А там такой вид красивый, господи. День рождения, вот лучшего, честно, не можно даже представить. Здесь себя можно почувствовать лухари. Если у вас день рождения, вы любите вино. Или просто если вы любите природу. Просто вот, one second, look at this. So this is the Napa Valley. We're located right here in Los Carneros. And then the grapes we're sourcing for this wine are from Rutherford and Stag. Мы только что попробовали вино за 180. Сфоткать? Да.
вино сегодня. Меня просто убивает моя аллергия. Я не думаю, что я готова пробовать еще вино. Ты будешь пить? Конечно. Это наш ужин. Это выглядит очень вкусно. Здесь вот лососик, креветочки, кад. А здесь вот краб. Смотрите, какой красавчик. Прохладно. Мы сейчас слопали краба. Он был, конечно, потрясающий. О, мастер по селфи. На уроки записываемся.